23 апреля. В Турции сегодня праздник. И покажу вам сейчас, как выглядит администрация Алании. Погода солнечная, теплая. Но опять же, до вечера, как солнце уходит, очень холодно каждый день, вот последние несколько дней. Сегодня национальный праздник и день, как у нас день защиты детей, что-то в таком духе, и плюс национальный праздник, то есть два праздника. Вот так вот празднично выглядит администрация. Сейчас 5 часов вечера. Как видите, солнышко светит, тепло, классно.